чтобы инвесторы денег назад потребовали. Желаю, чтобы клиенты судиться с тобой бегали. Чтоб в твоем кабинете была сигнализация. Желаю, чтобы водоканал перекрыл канализацию. Чтобы пожарник искал на Желаю, чтобы электрик штраф выписал огромный. Желаю, чтобы санинспекция офис опечатала. Желаю, чтобы все твои счета заморозили. Чтоб твоему заместителю испугаться и уволиться, чтобы тебя с авторитетами поссориться, чтобы на тебя патриархия с визгом наехала, чтобы налоговая просила взяток, а денег таких не было. Я желаю, чтобы тобой ФСБ интересовалась аккуратно, чтобы за тобой наружка велась и всем это было. Желаю, чтобы менты у тебя даже денег не брали. Желаю, чтобы твой юрист скрывался в Сенегале. Чтобы тебе повестки из военкоматов уж прибыли. Чтобы в новостях сообщили про твои гигантские прибыли. Желаю, чтобы у тебя сахар в моче повысился. Чтобы ты в розыске по России и СНГ счастлив. Желаю, чтобы ты на 100 килограмм поправился. Чтобы ты правозащитником и блогером нравился. Чтобы на тебя ордер 3 года как выписали. Желаю, чтобы тебя даже на Кипр не вы...